Что-то грусть накатила внезапно, словно волны о берег разбились, будто раз наступило завтра, а вчера и сейчас затаились. Я живу, как не в этом мире, и не знаю, что делать толком, словно призрак в пустой квартире за мной ходит голодным волком. Что-то грусть накатила внезапно. На распутье душа и тело. Может, если наступит завтра, я пойму, что мне с этим делать.